В Екатеринбурге на сортировке хозяйская рыжая кошка, у которой наверняка 9 жизней, одну из которых она едва не закончила в бетонной западне, провалилась в глубокую шахту вентиляционного канала. По словам хозяйки, ее питомица выскользнула за дверь квартиры в многоэтажке на Росточной и пропала. А через пару дней она услышала жалобное мяуканье за стенкой в ванной комнате. Зооспасатели по лесенке забрались на чердак, открыв решетку и предположив, что кошка именно через нее прокралась на технический этаж выше 6-го, возможно, там водились мыши, и провалилась в глубочайший вент-канал. В узкий бетонный колодец на веревке был опущен технический эндоскоп, камера которого на почти 20-метровой глубине зафиксировала 2 огонька. Кошка лежала на дне бетонного колодца, который по размерам соответствовал ее габаритам. Самым сложным было заставить кошку пошевелиться, чтобы зооспасатель мог набросить на нее петлю. На это понадобилось не больше минуты. Рыжая бестия терпеливо перенесла долгий подъем и вскоре оказалась в руках взволнованной хозяйки. При наружном осмотре на теле четвероногой страдалицы травм не обнаружено.